Ну, собственно говоря, пошли. Круто! Ой, вообще тут рекомендуется держаться двумя руками, а я держусь только одной. Вот это да, вот это да. Не, на самом деле страшненько немножко, да? Но надо держаться двумя руками, я держусь одной. Вот это, конечно, полный ахтунг, полный кудахтунг. О, нет, ну чем ближе к дереву, тем, конечно, менее трясется, особенно если мальчики не раз... так не раскачивали мостик, но, в общем, здорово, здорово. Сейчас пойдем дальше. Ну, так, знаете, ощущения интересные. Нет, конечно, ты понимаешь, что ты не свалишься. Это ребята раскачивают мост. От этого, конечно... О, слушайте, птички поют. Обалдеть. Меня там снизу, кстати, снимают. Главное, знаете, главное идти и ни о чем не думать. И тогда будет весело. О! Да. И главное не кричать, не кричать. Ну, вообще, да. Мам дорогая. Не, ну весело, весело, да. Прям детство что ли вспомнили. Главное, знаете, главное телефон не выронить. Главное не выронить телефон. Ну, я еще и застрял на этом мосту, потому что пробка, да. Да. Так, меня там снизу снимают, да, и снимают реально. Так, идем наверх. Опять у нас тут пробка, мы встали. Нет, мы все-таки идем дальше. Так, да, мы с вами идем дальше.